10 лет назад появился новый детский сад. Маленькие дети в сад пришли, нежность и заботу в нем нашли. На праздничный концерт по случаю юбилея пришли родители, сотрудники прошлых лет, все те, кому «Березка» дорога и по сей день. Я работала здесь старшей медсестрой в течение 10 лет. Воспоминания всегда очень такие светлые, хорошие, потому что коллектив очень дружный. Всегда все вместе отмечали все дни рождения, потом мероприятия, и воспитатели очень хорошие. У меня ходила дочка сюда, сейчас внучки. Две внучки уже выпустились, уже учатся во втором классе. Нынче уходит маленькая внучка. Хороший садик. Воспитатели нравятся. И близко для бабушки очень хорошо, потому что дети работают, приходится им помогать, встречать, провожать. Вот сегодня внучку собрала на утренник. Детский сад «Березка» был открыт в 1986 году. Тогда он находился в ведении фанерного комбината. Маргарита Васильевна Ковязина – первая заведующая. При ней детский сад достраивался и оснащался необходимой мебелью, оборудованием, игрушками. Сад рассчитан был на 280 мест и на 12 групп. Но я попросила, чтобы пошли на такие уступки, чтобы вместо одной группы сделать физкультурный зал на первом этаже, что и было сделано. То есть осталось 11 возрастных групп. Что бы вы пожелали детскому саду? Ну, конечно, продолжать в том же духе. Я слышала и видела выступления детей. У них очень хорошо работают кружки. Значит, продолжать эту творческую деятельность. Хотя сейчас сад бюджетный, но это детище фанерного комбината, чтобы они помогали детскому саду. Сейчас в «Березке» 12 групп, 20 педагогических работников, которые отвечают почти за 250 детей. Она работает целый день, пою, леплю, танцую, потом попью, опять пою и буквы нарисую. А если спросите меня, отвечу очень громко, я в садике работаю ребенком. За 30 лет из стен этого детского сада вышло более 1500 воспитанников, и некоторые из них пришли поздравить «Березку» с днем рождения. Сегодня здесь по поводу подведения итогов в нашем городском конкурсе среди дошкольных образовательных учреждений «Осторожно, огонь». Ребята данного учреждения заняли 2 первых места в 2 различных номинациях. Хотелось бы поздравить в торжественной обстановке, приуроченной юбилею данного учебного заведения. Хотелось бы и в дальнейшем пожелать такого активного сотрудничества. Значит, плодотворных работ здесь очень хорошие воспитатели, очень хорошие работы. С 1994 года садик передан в муниципальную собственность. Вот уже 12-й год «Березкой» руководит Светлана Зырянова. Она признается, что детский сад – это ее вторая семья. Для меня детский сад – это моя вторая семья. Это наши замечательные дети, воспитанники, которых мы очень-очень любим. Это наш дружный, сплоченный коллектив. И, конечно же, это наши уважаемые родители, наши союзники и наши помощники. Вот это моя вторая семья. Я желаю всем много счастливых, радостных дней, получать удовольствие, выполняя свою работу, добрых, ласковых, послушных воспитанников, ну и, конечно же, здоровья, благополучия нашим родителям и процветания детскому саду «Березка».